Итак, ну я, пожалуй, очень кратко представлюсь. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов и господина декана за приглашение на участие в этом замечательном мероприятии, которое так изумительно организовано. Я очень рада, что я здесь. Это очень важное мероприятие. Я не преподаватель университета, я практикующий юрист, поэтому, видимо, я смотрю на эти вещи несколько с другой точки зрения. Я юрист, я работаю в Брюсселе, право я изучала в Германии, в Бельгии, но это было очень давно. Меня приняли в коллегию адвокатов Бельгии, когда я еще даже не была гражданкой этой страны. Также я являюсь соорганизатором, соучредителем ассоциации юристов. Я президент этой ассоциации. Эта организация была создана 26 лет назад. Мы организуем семинары, съезды, мы обсуждаем новейшие тенденции европейского и международного права. Наша ассоциация находится в Брюсселе, и мы хотели бы теснее сотрудничать со странами Восточной, с нашими коллегами из страны Восточной Европы. Мы очень заинтересованы в обмене контактами. Если кого-то это интересует, я с удовольствием представлю дополнительную информацию. Итак, вопрос о том, что же мы преподаем в университетах, legal writing или все-таки философы права, это действительно неправомерно. То есть вопрос идет о том, что мы, чему мы учим, теории или практике. Собственно, постановка вопроса может быть... Меня тоже очень удивила такая формулировка. Можно по-разному ответить на этот вопрос в зависимости от того, кто и когда задает этот вопрос. Например, образование наших будущих поколений должно быть направлено на укрепление и развитие демократии или, напротив, на укрепление и сохранение у власти недемократических режимов. Наше образование может быть направлено на развитие социально-экономических систем государства. Демократические системы заинтересованы в успешном функционировании юридической системы. Хорошее функционирование предполагает хорошую организацию, правильную структуризацию, независимость, не слишком высокую цену реализации этих программ и доступность их для всех граждан. Закон имеет силу только в той мере, в которой законодатели, судьи и исполнительная власть обеспечивают его действия. Независимые судьи, адвокаты, прокуроры – это является обязательным условием любой демократической системы. Без сомнения, именно этой мысли должны придерживаться университеты, когда они определяют свои программы. Вопрос о том, как этого достичь и как это сохранить в нашем меняющемся мире. Анализируя программы философии права, я в первую очередь думаю о том, что же такое философия и что такое право. Многие философы пытались дать определение права. Более того, я бы сказал, что эта тема достаточно противоречива, и ее легче всего проанализировать с точки зрения реальной политики, которую проводят доминирующие социальные группы. Итак, что же такое право? Что такое юриспруденция? Почему я ее изучаю? От Сократа до Ханса Кейзена философы пытались дать ответ на этот вопрос. Было много теорий, посвященных проблемам юридического позитивизма, правовых дисциплин, политических исследований и так далее. Поэтому я думаю, что
Я думаю, что на первом курсе имело бы смысл включить философию права в базовый курс для того, чтобы студент получил собственный, мог дать собственный ответ на вопрос, на этот очень важный и острый вопрос. Но философия права, конечно, должна быть одной из тех дисциплин, которые преподают на всех юридических факультетах. А теперь, что касается написания юридических документов. Нужно ли этому учить в университете? Это противоречивый вопрос. Да, конечно, этому должно учить всех будущих юристов. Каковы здесь нормы, каковы правила, как их нужно применять? Каковы, в конце концов, условия, каким языком должны работать наши студенты, как они должны логически писать эти документы, как они должны работать так, чтобы их документ был убедительным. Ну, здесь это вопрос, конечно, специальной подготовки, тренировки, это вопрос определенных технологий. Но я не думаю, что тема нашей дискуссии была задумана как провокативная. Она просто подводит нас к более острым, к типовым вопросам. Какие вызовы стоят перед сегодняшними юристами и каким образом университеты отвечают на эти вызовы в программах подготовки студентов? Что были, это были за вызовы? Что за последнее время изменилось? За последние 30 лет наш мир изменился абсолютно очень сильно, гораздо больше, чем за все предыдущее столетие. Глобализация развивается стремительно. Раньше она была невозможна в таких масштабах без университета, без интернета. Мы говорим о глобализации рынков, финансов, стратегических подходов. Она охватывает общество на всех этапах. Интернет и новые технологии оказали колоссальное воздействие на международную и внутреннюю политику с такой скоростью, которая ранее была просто невообразима. Информация доступна всем и каждому на всех этапах, на каждом уровне. Компании и другие бизнес-организации еще больше вынуждены работать на международных уровне, чтобы остаться конкурентоспособными, чтобы сохраниться на рынках. Рынки развиваются интегрированно, и в результате международное право начинает играть все более важную роль, и количество вопросов, рассматриваемых с точки зрения именно международного, а не национального права, растет стремительно. И очень многие юристы сталкиваются с такими проблемами, которых раньше у них не было. Без хорошего знания международного общего права, международного права, международного торгового права, права о интеллектуальной собственности, международного права о транспорте, арбитражного права и многих других, возможно сделать очень серьезные ошибки и столкнуться и стать объектом исков. Кроме того, есть европейское право, право Европейского Союза, которое играет все большую роль как для граждан Евросоюза, так и для тех компаний, которые находятся вне Европейского Союза, но сотрудничают с последними. Иными словами, право становится все более сложным. И университеты и правовые школы, безусловно, должны адаптировать свои программы к этим аспектам, к этим областям. Подобное развитие требует также хорошего знания как минимум одного или двух иностранных языков. Всеобщим знаменателем стал, безусловно, английский язык. Английский язык используется на международном уровне
И это язык, который сейчас используется для международных коммуникаций, также и в Европейской ассоциации юристов. Он используется на международных форумах как единый язык для международных контрактов. Таких, например, даже как и в Китае. Английский изучают, начиная с первых классов. Иными словами, владение английским языком становится очень важным, более того, обязательным условием для наших студентов. Но мы настоятельно рекомендуем студентам владеть более чем одним одним языком. Если базовые знания языка необходимы для наших юристов, они, кроме того, должны знать еще и профессиональный юридический язык, который используется при написании юридических документов, и это уже исключительно компетенция факультетов права, юридических факультетов. Здесь мы говорим о необходимости введения базового курса по написанию юридических документов. Например, мы говорим, если страны пользуются прецедентным правом британским, им совершенно необходимо знать особенности действия, например, американского права, для того, чтобы правильно готовить контракты для этих целей. И изучение такого языка, профессионального языка, безусловно, важнейшая миссия наших факультетов. В идеале все студенты должны иметь возможность пожить в той стране, с языком, который они будут работать, попрактиковаться в базовом языке и пройти там специализированный курс на факультете права. Вопрос только, кто будет это делать? Конечно, подобный подход позволил бы расширить кругозор, понять чужую ментальность, понять образ жизни и мышление партнеров. Кроме того, это подчеркивает важность обменов между факультетами права. Европейская комиссия очень хорошо поняла это, когда они разрабатывали так называемую болонскую программу, то есть систему, которая позволяет студентам поучиться в стране, другой стране, провести время в университете, который рассматривается как абсолютный эквивалент университета их страны. Болонская программа предоставляет для этого финансовые средства. И она уже продемонстрировала ряд очень успешных случаев, такие истории успеха, и продолжает двигаться в этом направлении. Наши дополнительные требования, возникающие дополнительные требования к образованию, фактически предполагают некоторую смену подхода, например, к истории философии права, к философии права. Пожалуйста, не облегчайте слишком жизнь ваших студентов, не начинайте слишком раннюю специализацию, дайте им возможность получить общий кругозор образования, не поддавайтесь на уверение на то, что достаточно получить узкоспециализированные знания, базовые знания, основные знания определяют фактически богатство их будущей профессиональной жизни. Это то, что они смогут передать будущим поколениям. Это то, что им позволит в дальнейшем обучать своих последователей. Итак, кто же сможет проанализировать дело в деталях? Кто сможет полностью поднять проблему во всей ее многогранности, когда стоит вопрос о подписании серьезного контракта? Учтите, пожалуйста, что и эти знания тоже необходимо передать поколениям. У нас в Брюсселе, в ассоциации адвокатов, в БАРе, мы провели, наш декан провел опрос юристов об их потребованиях, о потребностях, и это было проведено в форме круглого стола деканов ряда крупнейших университетов, крупными корпоративными юристами и другими специалистами. И почти все жаловались, у нас готовят специалистов в течение 3 лет,
Они специально говорили о том, что им не хватает знаний по составлению документов, и они предлагали пересмотреть программы, чтобы программы более гармоничные, более практичные и лучше сгармонизованные. Кто-то просил, предлагал наоборот, более практичный подход, но кто-то говорил о том, что университет предполагает развитие широкого круга знаний, открытости миру знаний. И здесь были действительно очень разные точки зрения. На этом кончается мое краткое вступление. Спасибо вам за внимание. Я уверена, что нам очень много что здесь есть обсудить. Спасибо. Thank you very much. The problem is absolutely accentuated very clearly. Непровокационная, но в какой-то степени, конечно, и так, но все-таки в ней есть смысл. И на самом деле, конечно, мы можем говорить в узком смысле слова о том, преподавать ли и философию права, и ответ, конечно, да. Учить ли студентов чисто практическим навыкам, составлению юридических документов, выступлением, допустим, в различного рода органах. И здесь вопрос остался как бы спорным, подвешенным в какой-то степени. Но в целом, конечно, речь идет о другом. Мир очень быстро меняется, и право – это самый сильный социальный регулятор отношений между людьми в этом быстро меняющемся мире. И, следовательно, юридическое образование не может не отвечать, не замечать и не отвечать на те вызовы, которые сегодня имеются. Это совершенно правильная постановка вопроса. Кроме того, я хотел бы обратить внимание ваши коллеги на то, что затронуты и чисто образовательные, я бы сказал, такие технологические вопросы. Вот уместна ли только узкая специализация или все-таки студент, выпускник университета должен иметь широкую базовую подготовку. Или только базовую подготовку, а потом специализацию в той или иной сфере, в других формах после вузовского образования. Очень важный вопрос еще и о содержании, о духе юридического образования. Мы все понимаем, что это оружие обоюдоострое. Мы можем подготовить хорошего юриста, который действительно будет стоять на страже закона, демократии, прав граждан, прав человека, а может действовать прямо в противоположном направлении, и тогда система правовая и государственная будет совершенно иная. Это очень важный вопрос, который нельзя упускать из виду. Ну, я думаю, что наши коллеги продолжат те темы, которые затронуты. Прошу вас. Да, пожалуйста. Вопрос? Ladies and gentlemen, good morning. Thank you very much, Chairman. Доброе утро, спасибо председателю. Я приехал из Индии. Я единственный делегат из этой страны. Я хочу выразить благодарность всем организаторам этого форума, потому что у нас в Индии всегда были специфические, специальные, дружеские отношения с Россией. Я принадлежу к организации, которая занимается юридическим образованием. Я декан на национальной школе, юридической школе в южной части Индии. Индия – это потрясающая страна. И это очень верно. В Индии до 1997 года образовательные в области юриспруденции мы не очень придавали значение юридическому образованию, и если людям нечего было делать, уж тогда они поступали на юрфак. И там обычно мы говорили,
У нас прекрасная традиция. Мы подготавливаем прекрасных юристов, но не потому, что у нас хороший юридический факультет, а именно вопреки этому. Но с тех пор у нас создано специальное юридическое образование, национальное образование. Мы стали придавать своему значению. Студенты поступают на юрфаки не потому, что им некуда больше поступать, они знают, а именно потому, что это их осознанный выбор. А другие поступают в медицинские факультеты, в инженерные, а те именно на юридические факультеты. У нас сегодня 14 школ юриспруденции в стране. Я не могу не присоединиться к нашему председателю, который сказал, что нужно преподавать философию права или преподавать право legal writing. Я думаю, что мы должны, то есть если мы будем преподавать технологии составления юридических документов, а потом только приступать к изучению философии и права, это все равно, что поставить тележку впереди лошади. И образование – это мышление. Английский поэт Лонгфелло сказал, что там, где есть знания, там мы теряем информацию. Где есть информация, мы теряем, знаете, а где есть знания, мы теряем жизнь. То есть стандарты остарной жизни, уровень жизни важнее, чем жизнь, а благосостояние всегда важно. Сравнение этих уровней жизни в разных странах показывает, что там, где высокий уровень жизни, не обязательно люди счастливы. Юридическое образование призвано не только стимулировать мышление, но оно должно быть нести социальную ориентацию, социальную ответственность. Работа – это не только... Мы не только должны работать, чтобы преподавать один предмет за другим. Мы должны преодолевать невежество. Мы должны преподавать академично. Я не только преподаю в университете, я был практикующим юристом. И мы всегда говорили, что доктора, инженеры, юристы, они профессионалы. Я просто говорю, что это просто люди, которые получили профессиональное образование. Они должны привносить, только тогда их жизнь будет, так сказать, полно отражать их образование, когда то, что они изучили в школе, они будут привносить в жизнь. Это образование должно компенсировать пустоту в мозгах. С другой стороны, нужно подходить с открытым сердцем, с открытым мышлением к этим вопросам. Когда мозг закрыт, когда то одни навыки сами по себе ничего не значат. Вы будете работать просто как машина какая-то, которая продает готовые предметы, куда кидаешь монетку. Когда студенты заканчивают пятилетнее образование, они должны к этому времени написать 60 проектов примерно, курсовых и так далее. У них есть, конечно, навыки в написании юридических документов. Мы преподали им философию права. Зачем? Для того, чтобы... Что должно быть самым важным в преподавании юридических дисциплин? Нужно сформировать в них подход справедливости. Что нужно преподавать на юридическом факультете? Это основы философии. И это было понятно уже очень давно. Если вы... И основы права, и технические навыки по написанию юридических документов, и то, и другое одинаково важно для подготовки специалистов. Если мы будем придавать преимущественное внимание либо тому, либо другому, мы потеряем целостность.
Это будет вести к дегуманизации образования. А как долго... И мы потеряем вот этот гуманитарный аспект, гуманитарный акцент юридического образования. Нам очень важен контекст. Нужно видеть людей, с которыми вы будете работать. И в то же... Мы должны, в центром юридического образования должен стать человек. И вот основы философии, здесь очень большое подспорье. А затем, конечно, нужны профессиональные навыки по написанию юридических документов. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо. На мой взгляд, очень интересная тема. И очень перспективная. Речь идет о... некой социальной ответственности высшей школы, университетов, в том числе, которые предоставляют юридическое образование. И еще одна проблема, на мой взгляд, тоже важнейшая, это образование юридическое как инструмент формирования личности, как инструмент формирования человека. У нас очень известный философ русский Ильин, который закончил Московский государственный университет, потом вынужден был эмигрировать, писал в одной из своих работ: образование без воспитания есть штука ложная и опасная, поскольку формирует в личности агрессивные качества, он писал, волка. Вот. Это очень интересная и очень важная идея, особенно применительно к юридическому образованию с его потенциальной созидательной силой, объединения людей, и с его столь же потенциальной разрушительной силой, разделения людей. Спасибо вам за вот такой акцент. Я думаю, мы продолжим нашу дискуссию и в этом направлении тоже. Прошу, коллеги, прошу. Я профессор, я преподаю в Соединенных Штатах. И я только что закончила работать как замдекана в нашем университете. Я хочу немножко поговорить о практических подходах, как мы создаем программу обучения на юридическом факультете. У нас сейчас идет в Штатах большая дискуссия по этому поводу. И сейчас мы как раз находимся буквально в центре этой дискуссии. Но она немножко в другом разрезе. Это противопоставление не между философией права и написанием юридическим документом. И она была поднята практикующими юристами, членами юридических ассоциаций, не правительством. И как раз возникла в тот момент, когда мы стали, все оказались в условиях экономического кризиса. Можем ли мы позволить себе такую роскошь, как потратить несколько лет для подготовки профессионального юриста, когда в условиях экономического кризиса? Когда я была молодой, мы не очень долго учились. Нам давали буквально основы знаний, затем мы шли, практиковались, мы расшли работать в юридические фирмы и натаскивались, так сказать, там прямо на месте. И сейчас мы понимаем, что так нельзя больше работать. И мы, группа практикующих юристов и преподавателей университетов, должны решить, что нам нужно, что мы хотим от наших молодых юристов. Это дискуссия о том, каких юристов мы хотим получить на выходе. Тех, которые могут просто сказать своим клиентам, что законно, что незаконно. Это технические вопросы. Или мы хотим выпускать юристов, которые работают как консультанты, как советники, как советчики, которые могут объяснить последствия тех или иных акций, тех или иных поступков, в то же время оставить право решения, принятия решения за клиентом. Мы должны быть убеждены, что они знакомы, что у них есть этические понимания различных последствий тех или иных поступков, тех или иных советов. То есть они должны уметь объяснить своим клиентам, что является последствием того или иного подхода. А последствия этой общенациональной дискуссии, которая идет уже несколько лет в Соединенных Штатах, состоит в том, что правила, которые мы должны предлагать на юридических факультетах, они должны быть сформулированы ассоциациями, не столько профессиональными ассоциациями юристов,
То есть не специалистами в образовании, а практикующими юристами. Вы знаете, что в Соединенных Штатах есть несколько баров, несколько ассоциаций юристов. Они должны... Нужно пересмотреть правила того, что должно и что не должно преподаваться в юридических школах, на юридических факультетах. Это то, что говорила Элизабет раньше. Очень важно формирование коммуникативных навыков. Люди, которые заканчивают юридические факультеты, должны, во-первых, уметь разговаривать с клиентом, должны уметь продать себя, презентовать себя. И то, на чем мы, вот это именно то, над чем мы начали работать более серьезно. Конечно, они должны знать основы права, это правда, должны знать законы. Ну, может быть, это несправедливо в других странах, я не знаю, но у нас мы должны сочетать практические навыки и включить вот эти практические навыки в изучение теоретических проблем. Когда я преподаю контрактное право, например, мы говорим, какой может быть выбор, какие варианты составления проекта контракта, какие могут быть... Мы очень много практикуем метод преподавания случаев из конкретной деловой практики. Что из этого, какие выводы можно из каждого кейса извлечь, как можно было бы победить, как можно было выиграть тот или иной кейс, какие могли быть другие выходы, какие могли быть другие последствия, мы поступили по-другому. Мы иногда выходим за границу нашего учебника, где описаны те или иные кейсы, говорим с юристами, которые участвовали в этих кейсах на практике, и мы хотим заставить наших студентов понимать, что есть огромное количество различных вопросов, возможностей решения того или иного кейса. В жизни осуществляется один из них, но тем не менее нужно это изучать. Мы пытаемся образовать их, обучить их таким образом, как организовывать их практику, как работать с клиентами, как думать о том, как вести дискуссии с клиентами, как противоречить клиентам, как убеждать клиентов в сложных случаях. Есть еще такая вещь, как клиническое образование, юридическое образование в применении к клиническому, к медицинскому образованию. Любой юридический факультет в Соединенных Штатах работает с огромным количеством медицинских клиник. Как написать жалобу в случае медицинской халатности? Мы работаем с клиентами. Мы работаем с очень маленькими бизнесами тоже. Мы пытаемся... показать им, какие у них возможности. И это в то же время является прекрасным методом обучения, дающим возможность нашим студентам почувствовать, как они будут работать с будущими работодателями. Что касается философии права, если обучать студентов, основываясь только на философии права, только на праве, это очень дорогостоящий и медленный путь. Когда вы преподаете философию права, то один профессор может приходиться на 60 студентов. А если А с другой стороны, мы считаем, что профессор должен курировать не больше, чем 5-6 студентов. Это очень напряженная работа. Это, в общем, выбор, конечно, исходя из возможности бюджета. Сейчас очень популярно между нашими студентами вот такой подход. Сейчас надо сказать, что в Америке существует очень разная практика в зависимости от университета к университету. Они очень различаются. Когда люди заканчивают среднюю школу и идут в университет, во многих...
Значит, во многих странах можно закончить юридический факультет и сразу идти работать. А в Штатах нужно закончить университет, потом еще 4 года поучиться в юридической школе, и только тогда можно работать с клиентами. Это отличается от того, что у вас в России. И студенты наши уже в этом смысле, у них есть учебный, у них есть жизненный опыт, у них есть опыт всякого другого рода, они старше, в конце концов, и для них легче, их гораздо легче учить практической юриспруденции. Намного проще, чем научить этим же вопросам 19-летних ребят, которые пришли прямо из школы. Другое, что я хотела сказать, что нужно обязательно иметь в виду, здесь задан был вопрос, что является обязательным и необязательным в юридическом образовании. Нужно сказать, что в нашем случае каждая юридическая школа, каждый факультет сам имеет право составлять программу обучения. Но там есть обязательные курсы на первом курсе, на первом году обучения, а дальше они вольно выбирают все, что они хотят. Это их дело, в чем они хотят специализироваться. Но надо сказать, что 3 года – очень короткий срок для специализации, и немногим это удается. Что касается формального подхода, чтобы работать с юристом в Соединенных Штатах, нужно пройти, сдать профессиональный экзамен, бар-экзамен, и это создает для них определенный стимул для выбора тех или иных предметов. Что особенно провокативно, особенно дискуссионно здесь, что нужно и то, и другое обновить, подходы тот и другой. Нужно производить студентов, нужно производить юристов, которые должны были быть хорошими гражданами, должны хорошо разбираться в праве и уметь применять это право в их практической деятельности. Нужно объединить эти два подхода. Вот все, что я хотела сказать. Вот мне очень импонирует то, что, вращаясь вокруг одной, по сути, темы, кого мы готовим. Это прямо прозвучало. Правда, вы начали с того, по каким программам вы это делаете, но это ответ на вопрос, кого мы готовим. Да, это инструментарий. Вот. Но, тем не менее, эта проблематика позволяет выйти на все новые и новые слои, то есть некие аспекты этой проблемы. И я хотел бы обратить внимание на то, что мы затронули очень важный аспект, как минимум несколько, но очень важный аспект потенциальной связи между вузами, которые готовят юристов, и работодателями. Действительно, ситуация изменилась, она изменилась везде, и у нас в России тоже. Если раньше достаточно было нескольких видов практик для студента, и работодатель с удовольствием принимал нашего выпускника, то теперь он не хочет его доучивать. Он экономит время и деньги, и говорит, дайте мне готового. А готового мы ему дать не можем, потому что у нас ориентировано на фундаментальное образование многие вузы. И если не дать эту базу, в том числе и философию права, то мы не сможем выпустить нашего питомца. Да? Еще один вопрос, тоже интересный. Это место в юридическом образовании и профессиональных сообществ. Ну, я просто... Just for your information, in Russia, a few years ago, we organized an association of Russian lawyers. According to our practice, this association was set up for professional lawyers. Все ли меня слышат? Простите, слышен ли перевод? Слышен ли перевод, простите? Слышен? Окей. Нет, ну на русский кто-то, по-моему, жалуется. Слышно? Окей. So the practice... Что одной из самых важных задач, которую решает эта ассоциация, это задача качества и содержания юридического образования. Среди всех общественно значимых социальных задач, которые могли бы быть выделены. Наиболее четко, наиболее последовательно, наиболее результативно решается именно эта задача. Это, на мой взгляд, важнейшие вот эти моменты, потому что самостоятельность высшей школы до определенного момента – это плюс.
Но если эта самостоятельность, автономия ведет к игнорированию потребностей, да, общества, конкретных фирм, конкретных работодателей, юридической корпорации, то это уже не плюс, а минус. Спасибо большое. Прошу вас, профессор. Сначала я тоже хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение на этот ближайший форум и за представляемое мне слово. I will now switch to English language because maybe it's a little bit easier. I would first maybe... Итак, для начала я хотел бы сказать несколько слов о себе. Я также, я не практический юрист, я не практикующий юрист, я ученый, я работаю на факультете права. Что это? Вот так, у нас 20 профессоров, 2000 студентов, и 2-3 тысячи студентов мы принимаем каждый год. У нас есть четкая специализация, и недавно мы одобрили новую учебную программу. Я полностью согласен с господином председателем. Я также понял, что вот такая формулировка темы нашей сессии, это если не провокация, то как минимум приглашение к тому, чтобы получше подумать над этой темой. Правовое образование, это, конечно, оно предполагает многопрофильность, многоплановость образования. Это своего рода такая смесь, бленд. Я бы поговорил в этой связи о правовом образовании в Германии, как в качестве примера, потому что в Германии у нас есть... В Германии мы пользуемся двумя не соприкасающимися между собой системами, то есть это как бы два этапа, две ступени, сначала 4 года в университете, а потом 2 года практических занятий, практическая фаза. В конце каждой из этих фаз в традиционной схеме мы проводим государственный экзамен, который организуется либо Министерством юстиции соответствующих земель, либо профессиональным сообществом. Второй экзамен, который сдается после второй стадии, позволяет работать как практикующему адвокату или как судье. В конце этих 6 лет, после того, как вы отучились эти 6 лет, вы становитесь полноправным юристом, у вас широкое образование, хорошая квалификация, и вы способны работать практически в любых областях, которые требуют юридического образования. В этих рамках может быть самая разная специализация. Мы считаем, что хороший юрист должен иметь широкое образование, и в этой связи философия права является абсолютно необходимым элементом здесь, но при этом также мы считаем, как это здесь бы уже упоминалось, необходимо, чтобы люди владели определенными технологиями, потому что как бы вы ни были широко образованы, если вы не владеете этими технологиями, вы не можете работать на своего клиента. Такая ориентация нашего образования... Ну, во многом мы ориентированы на подготовку судей. Это сильно отличается от, скажем, американской системы, где их правовое образование в первую очередь направлено на подготовку адвокатов. В Германии большинство молодых наших студентов
они пытаются, они заинтересованы в работе, в практической работе. Наши, они начинают работать как адвокаты, некоторые как судьи. И отсюда возникает дискуссия, достаточно ли хорошо они, достаточно ли хорошие практические навыки они получают. Как вы знаете, Германия – это федеральное государство, но во многом это так же, как и в России. Мы тоже федерация. Федеральное правительство имеет свои полномочия, но кроме того, у нас есть 16 земель, которые вправе по-своему организовывать образовательный процесс. Кроме того, у нас есть национальные университеты. Таким образом, мы, наша подготовка, наша подготовка основывается на законе об адвокатуре, в соответствии с которой идет подготовка. Кроме того, у нас есть 16 конкретных законов, принятых в каждой из земель, которые конкретизируют правила подготовки студентов-юристов в этих конкретных землях. И, кроме того, есть уставы университетов, которые определяют их полномочия, их подход. Кроме того, у нас существует определенный список требований к этому образованию. Философия права, она включает также и историю права, обязательно является частью нашей образовательной системы. Об этом говорится в нашем законе о о судьях. Более подробное описание есть в законах земель. Более того, с одной стороны, земли независимы, но они координируют свои требования к этим программам на основании общих решений, принятых ассоциациями этих земель. И, наконец, уставы университетов. Конечно, первые 4 года, которые студент обучается в университете, он обязан изучать философию права. Но здесь нельзя просто провести ускоренный курс и все, и забыть об этом. Нет. У нас должен быть определенный баланс ценностей, баланс интересов. И это основа нашей методологии. На каждом курсе, на каждом потоке есть преподаватель, который отвечает за то, чтобы соотнести значения разных курсов между собой, скоординировать. Поэтому методологические вопросы, технологии работы с документами, интерпретации документов, изложения документов также являются очень важным элементом нашей работы. Эти методологии должны использоваться максимально широко. У нас есть гражданское право, конституционное право, административное право и так далее. И в каждом из этих курсов, при преподавании каждого из этих курсов, вы должны соотносить их с другими предметами, которые вас учили. Это, в сущности, есть характеристика немецкой системы образования. Мы пытаемся найти определенный баланс соотношения между абстрактными и конкретными заданиями, между широкими гуманитарными знаниями и тем, как они могут применяться на практике. Мы хотим рассматривать, на наших семинарах мы рассматриваем так называемые конкретные случаи, case studies, и в рамках этих case studies мы применяем более широкие методологические знания с тем, чтобы люди могли ответственно и четко аргументировать свою позицию по любому вопросу. Как упомянул наш господин председатель, если у юриста нет определенной совести, определенной моральной позиции, если он может для любого утверждения подобрать достойную аргументацию, тогда это теряет всякий смысл, потому что в конечном итоге судье придется находить это конкретное конечное решение. Но хороший адвокат, хороший юрист должен иметь этическую позицию, которая, собственно, и будет работать так.
есть специально, вы знаете, но вот у медицинских студентов есть дополнительный курс интернатуры, у нас тоже есть дополнительный курс для практикующих юристов. Спасибо. Что юристы должны знать иностранный язык, хотя бы один русский, как правило, не имеется в виду. Ну, может быть, я ошибаюсь. Значит, вот обратите внимание, насколько опять вопрос о том, кого мы готовим, да, получает развитие очень, очень интересное и очень правильное. Ну, ключевое слово мы уже нащупали, это баланс. Баланс между знаниями теоретическими, неважно, даются ли они через предмет с названием философия права или теория права или история права. Скорее всего, это комплекс дисциплин, и в разных странах этот набор, он формировался очень долго, сложился и, вероятно, все-таки устраивает в основном ведущие университеты. Для федеративных государств очень важно, и я это совершенно четко подчеркиваю, еще и учет законодательства субъектов федерации, а не только самой федерации, поскольку это сфера совместного ведения, образование — это сфера совместного ведения. Тут есть национальные особенности, исторические особенности, очень много других особенностей. И понятно, что мы говорим все об одном и том же, с разных сторон, подходя к этому вопросу. Ну, наша система правовая и образовательная ближе, конечно, к немецкой системе. Это по объективным причинам происходит, потому что континентальное право непрецедентное, не англосаксонская система. Вот. Но и у нас точно такой же подход к преподаванию. Мы даем теоретические курсы, отраслевые в том числе, а потом на практических занятиях решаем эти учебные дела, отрабатывая применение теоретических знаний для рассмотрения конкретных дел, взятых по общему правилу из практики. Но вот несколько акцентов, на которые я хотел бы обратить внимание, были еще затронуты помимо этого. И первый из них — это квалификационные экзамены. Дело в том, что для нас это очень важный вопрос. Это уже затрагивалось в выступлениях коллег. Да? Достаточно ли диплома университета для того, чтобы приступить к практической работе? Во многих странах этого недостаточно. И несколько лет назад у нас тоже такой вопрос возник, чтобы помимо государственного экзамена, который венчает образование в университетах, был еще и некий квалификационный экзамен, который давал бы право осуществлять практическую работу. Для России это очень важный вопрос, поскольку очень много юридических вузов, и большинство из них, ну, я не хочу делать какие-либо резкие заявления, утверждения, но, скажем так, внушают опасения, да, вот так мягко. И, конечно, это как один из инструментов, возможных инструментов, для того, чтобы не допустить неквалифицированного человека до работы с людьми. Вот то, о чем мы все говорили, это самая большая опасность. То есть, врачебные ошибки по сравнению с этим — это вообще ничто. Юридическое незнание — это не просто убийство, это моральное убийство, это ограбление одновременно в одном, как бы, флаконе, и все, уничтожение личности, все, что хотите. Вот. Квалификационные экзамены, мы изучали опыт Германии, и вот по моему убеждению, такой инструмент нужен, но мы не готовы сегодня, именно сегодня, его и одномоментно ввести. Это очень большие финансовые затраты, это пересмотр системы стандартов, это выработка критериев, это создание процедур, которые нельзя свести, нельзя допустить, чтобы они были сведены к бюрократическим процедурам, позволяющим просто делать на этом деньги. То есть масса проблем, которые здесь возникают. Но то, что этот вопрос затронут, это очень хорошо, потому что это тоже больной вопрос, кого мы готовим и как мы контролируем качество этой подготовки. Да, конечно. Я полностью согласна с тем, что вы говорите. Да, такой квалификационный экзамен, он фактически
фактически создает профессиональное сообщество, он позволяет иметь общие стандарты, он позволяет создать некую профессиональную группу, которая понимает друг друга с полуслова. Тогда встанет еще вопрос, а что делать с юристами, которые воруют деньги своих клиентов, которые ведут себя неответственно? Вот такое профессиональное сообщество, оно может вести внутренний этический мониторинг. Это дополнительная страховка от недобросовестных юристов. В Индии, благодаря тому, что мы ввели Верховный суд Индии, последние два года этот дополнительный экзамен ведется профессиональным сообществом юристов, которые имеют очень высокую репутацию в своей профессии. И именно они регулируют возможность вступления в это профессиональное сообщество. Мы считаем, что одного университетского диплома недостаточно, и без этого квалификационного экзамена вы не можете получить лицензию. Вот это я хотел сказать. Спасибо. В Бельгии, во Франции мы действуем следующим образом. Лично я сталкивалась с немецкой, с бельгийской системой. Я считаю, что немецкая система очень хорошая. Она бы, пожалуй, я бы сказала, роскошная. Но она недостаточна. В Бельгии юристы в течение трех лет после окончания университета проходят как бы дополнительную тренировку под руководством своих коллег, других практикующих юристов. У них есть специальные курсы, которые организуются баристами для них. Все это очень хорошо, но, к сожалению, все меньше и меньше желающих посещать эти курсы, потому что у наших юристов, просто у адвокатов, просто не хватает времени на это. И здесь возникает проблема. Во Франции определенные профессиональные сообщества сами создают юридические школы. Может быть, это и решение. Да, есть потребность в специальных знаниях, в специальной подготовке. Да, необходимо иметь единые стандарты в этой профессии. Но это, на мой взгляд, на сегодня недостаточно хорошо организовано. Мне кажется, что в Германии у студентов есть прекрасная возможность пройти подготовку на самых разных уровнях, и три месяца они работают со своими коллегами-юристами, но три месяца это недостаточно для получения настоящей профессиональной подготовки. То есть идея сама по себе хороша. Может быть, это нужно продолжить. В мое время это было не три месяца, а три года, но это, увы, непозволительная роскошь для общества. Я не думаю, что кто-то чисто с финансовой точки зрения может себе это сегодня позволить. Государство не может позволить себе такого образования. Если бы это было возможно, это было бы, конечно, прекрасно. Но тогда встает вопрос, кто за что будет платить? Мне кажется, в этом и проблема. И кто, будет ли достаточно денег у них для того, чтобы организовывать эти вот... У нас в Национальной школе Индии у нас есть, у нас пятилетняя программа основная, и она разделена на 15 таких участков. Мы готовы к тому, чтобы проводить двойную стажировку.
Мы работаем с юридическими фирмами, с государственными организациями, которые работают над защитой прав человека. И к тому времени, когда они пройдут как минимум две стажировки, только тогда, то может быть даже больше, они смогут уже иметь профессиональную, перейти к профессиональной стажировке, к специализации. Хороших о себе лично. Раз дискуссия идет без модератора, он свою функцию выполнил уже, да. Но, тем не менее, я хотел бы акцентировать еще несколько моментов, поскольку они очень здорово перекликаются. Вот удивительные вещи. Элизабет начинала, я этот тезис не специально, но пропустил, и говорила, что одна из проблем сегодняшних вызовов, это соотношение между национальным и международным правом. Все больше роль международно-правовых норм. Это действительно так. Вот обратите внимание, очень много вызовов, да, разного калибра. Ну, скажем, экономический кризис, одна ситуация. Кризис, связанный с обострением вот, терроризма, экстремизма, тоже кризис. Экологический кризис. Это глобальные вызовы, глобальные проблемы. И одна из причин существования этих проблем, на взгляд многих юристов, по крайней мере у нас такая позиция существует, состоит в том, что правовые системы, как национальные, так и международные, оказались не готовы к ним в целом. Иначе трудно объяснить, почему самый мощный регулятор поведения вдруг не срабатывает в этих ситуациях. И, конечно, вопрос тут же возникает, а как быть? Ведь сложилась система, при которой есть национальное законодательство, право, есть законодательство блоков, всем известных, различных, и есть, наконец, международные принципы и нормы права, которые мы считаем общепризнанными. Где здесь приоритеты? Как только мы начинаем говорить о международных, национальное тут же вылезает, говорит, не-не-не, мы не можем этого делать. Вот, и так далее, и тому подобное. Это важнейший вопрос, в том числе для образования юридического. Совершенно четко, это одна из проблем в кругу тех, которые мы обсуждаем. Еще один вопрос. Тоже прозвучал четко совершенно. Образование, юриспруденция, юрист и профессиональная этика. Вот что может и что не может делать юрист с точки зрения профессиональной, вроде понятно. А вот что может и не может делать юрист с точки зрения этической, какие качества его наиболее приоритетные? Вот на мой взгляд, основное качество юриста – это совестливость. Вот если он совести не имеет, это уже не юрист, да? Потому что на этом построено отношение. Все-таки мы достигаем справедливости, да, каких-то идеалов общественных. И в этом смысле, если действовать по другим каким-то критериям, то можно уйти в другую сторону. Спасибо, что мы таким образом почти обозначили круг тех проблем, которые мы не просто видим, но и высказались в пользу их решения. Но я хотел бы еще об одной проблеме сказать. Она очень сложная и очень опасная для обсуждения. Вот такого рода форумы, они, на мой взгляд, имеют целью объединять, независимо от различий, да, там, национальных, профессиональных. А тема, о которой я хочу сейчас сказать, она может стать разъединяющей. Это особенности национального юридического образования. Вот существуют ли эти особенности и насколько они могут определять его характер? На самом деле, все, кто выступал, подчеркнули, что в каждой стране и даже в каждом университете, да, практически есть своя изюминка, свои особенности. А с другой стороны, мы все видим проблему, связанную с интеграцией образования. Это не только Болонский процесс, это и ряд других процессов тоже. Вот где эта граница, которая позволила бы, с одной стороны, как можно больше сблизиться, а с другой стороны, не потерять то, что является вот этим зерном рациональным, да? Вот это тоже вопрос в рамках обсуждения этой темы. Прошу вас, коллеги, не будут мои коллеги-спикеры возражать, если мы периодически, да, будем предоставлять слово желающим, а то у нас получается не круглый стол пока, а такая линейка-то. Да. Прошу, кто хочет вот в свободном режиме, пожалуйста, может быть, коллеги, может быть, вы, вот, прошу. Меня сейчас, секундочку, там только надо микрофончик взять, да, потому что там переводчики синхронные сидят. И вы, если можно, представляйтесь, хорошо? Там должна быть кнопочка.
Российской Федерации. Сам я профессор и был деканом юридического факультета. Для меня поэтому те проблемы, которые сегодня обсуждаются, они не новые, знакомые, и поэтому я сюда и пришел, чтобы посмотреть, какие проблемы обсуждаются. Работаю в коллегии по гражданским делам уже 3 года, но будучи профессором и работая долгие годы на юридическом факультете, я тоже знаком с этими проблемами, которые, на мой взгляд, сегодня так живо дискутируются здесь. Я хотел бы обратить внимание еще на 3-ю проблему, которая существует. Ну, первое понятно. Для меня важно и ясно, что философия права, история права и теория государства и права просто необходимы. Потому что сам процесс обучения на юридическом факультете – это процесс не столько получения информации, столько процесс формирования мировоззрения. И вот от того, какое будет мировоззрение у наших студентов, у будущих юристов, и зависит, какими качествами он будет обладать как личность. Будет ли он справедлив, будет ли он совестлив, будет ли он вникать в интересы своего клиента или, будучи судьей, справедливо разрешать эти дела. И тогда мы переходим к следующему вопросу, который, на мой взгляд, является проблемой. А кто формирует эту личность? То есть вопрос не о том, что преподается, а кто преподает. И тогда мы переходим к проблеме масштаба личности тех профессоров, которые преподают в юридических вузах. Мы все вчерашние студенты, и все мы, когда вспоминаем нашу альма-матер, мы вспоминаем скорее те лекции профессоров, которые заложили в наших душах и сформировали наше мировоззрение. Вот что очень важно. А в условиях вот 90-х годов система юридического образования претерпела очень серьезные изменения на постсоветском пространстве. В 90-е годы юридические вузы на территории российского государства плодились совершенно бесконтрольно. И в конечном итоге, на данный момент, в нашей системе образования существует масса не очень высокого уровня юридических факультетов, разного рода финансирования, которое по-прежнему практически бесконтрольно выпускает на арену рынка своих юристов с небогатым культурным багажом, с небогатым культурным уровнем. И получается, что так как вузов много, а все-таки профессора, если мы говорим о масштабе личности, это единицы, мы не можем в условиях современных сформировать такой корпус профессоров, который бы обеспечил все юридические факультеты. Поэтому вот следующая проблема. Кто преподает в вузах? Что это за кадры? Как они формируются и как они влияют на будущих юристов? Спасибо. Спасибо большое, коллега. Великолепный вопрос, особенно когда его ставит член Верховного суда, судья. Мы вернулись к нашему классику, Александру Сергеевичу Грибоедову, о судьи кто. Вот, так примерно можно перевести этот вопрос. И он совершенно точный. То, кого мы готовим, зависит от того, кто готовит. Тут аксиома, аксиоматичная вещь. Конечно, вот у нас почти 1250 где-то вузов и филиалов. Если взять те предметы, которые по программе преподаются, то даже по одному профессору вообще просто существует, не хватит на все, это аксиома. Но здесь другой вопрос очень важный, на мой взгляд. Это вопрос, который связан с тем, является ли преподавание в юридическом вузе самостоятельной профессией. Или в юридическом вузе могут преподавать все. Хороший адвокат, хороший прокурор, хороший судья. Вот это, как это решить на практике? Я понимаю, что есть устоявшаяся система у нас, например, вот на юридическом факультете Московского университета. Основные курсы читают преподаватели профессиональные. Это их профессия, потому что преподавать, у нас был еще один большой, очень великий человек, Даль, который составил словарь толкового великорусского языка, и там слово «преподавать» трактуется как передавать науку кому-либо. Это очень точно и кратко. То есть надо иметь науку в голове, и надо уметь ее передать. Это профессия, это технология, это не каждый может, этому надо учиться. Да? Вот. А с другой стороны, не каждый профессиональный преподаватель успевает точно отслеживать, что же там на практике происходит. Идеально, когда он является профессиональным и преподавателем, и практиком. Но такое очень редко, потому что это конфликт интересов во многих случаях.
Так вот, у нас эту сторону по большей части закрывают люди, которых мы приглашаем для чтения специальных курсов. Это действительно уникальные специалисты высшего арбитражного суда, Центральной избирательной комиссии, там, других систем, прокуратуры. Вот такое сочетание. Мы как-то его отладили, но оно может быть и другим. Но сама проблематика очень интересная. Кто должен преподавать, да? Кто этот человек? Помимо того, что он должен быть профессионалом, совершенно верно, он еще должен быть высокообразованным человеком, личностью, да, который влечет за собой. Спасибо за постановку вопроса, прошу, коллеги. Ну, вы сами определитесь, мне неудобно вас ранжировать. Да. Женщине надо дать, наверное, преимущество, да? Не будет... Я могу вот сравнить, у меня здесь есть преимущество, я могу сравнить две системы. В Бельгии есть различные университеты, есть два университета, где преподают только профессиональные юристы. Университет Брюсселя, он был основан очень давно. Университет в Лювале, он немножко совершенно не похож на классический университет в Брюсселе. И преподаватели все являются практикующими юристами. Я удивляюсь, должна сказать, на преподавателей в Германии. Я восхищаюсь ими. Но у нас в Брюсселе такие потрясающие преподаватели, настолько полной жизни, настолько умеющие очень ясно преподавать. И я думаю, что вклад вносит то, что они являются профессиональными юристами. Мне было очень удивительно, что люди... Ну, я уже говорила, что я сама работала не в университете, и сама работала в юридической фирме, и это очень большой вклад внесло в то, как я преподавала, когда была преподавателем. Но нужно сказать, что профессиональных юристов огромное количество работы, им нужно найти время. Затем у них есть огромная проблема, когда идут экзамены, а они поглощены их работой в университете и в то же время должны работать. Но этим можно как-то регулировать. Но качество преподавателя, качество коммуникативного компонента, то, как они передают свои знания, совершенно на удивительном уровне находится. Совершенно с вами согласен, что... Но должен я вам сказать, что у нас в Индии мы тоже практикуем разные подходы, но в 14 из них работают профессиональные юристы. Когда вы работаете в юридической фирме, вы начинаете с того, чтобы... Они живут с нами в кампусе. Это потрясающее сочетание практикующих юристов и юристов, которые работают в комитете. Это очень хорошо для юридических школ, когда там работают практикующие юристы. Мы должны... Ну, надо сказать, юристы не являются исключением ни в каком отношении. Я думаю, что в Соединенных Штатах, в общем, очень похоже на Московский университет. У нас тоже есть аккордеонационные, мы должны работать вместе с профессиональными образованиями. Критерий, сколько у вас нужно сочетать, сколько у вас есть профессоров, которые постоянно являются членами профессорско-преподавательского состава, и какое количество практикующих юристов вы время от времени привлекаете к этой работе. Есть ответственность у юридических школ за практикующих юристов и преподавателей, есть необходимость вести научную работу. Мы должны, все преподаватели ведут научную работу и должны преподавать, и делать это одновременно. Например,
какое-то время полностью ушла из университета, потому что получила грант на научное исследование. Но, с другой стороны, кто будет преподавать контрактное право, если я ушла? И мне пришлось вернуться и работать в качестве практикующего юриста. Элизабет права, когда она говорит, что они должны быть потрясающими, исключительными людьми, что у них должен быть талант для того, чтобы преподавать специализированные курсы. У нас есть потрясающий опыт, когда профессиональные юристы преподают курсы основного цикла. Они опираются на те потребности, которые есть у студентов. Студенты удовлетворены профессора, потому что очень много зайцев убивается одновременно. Как мы пытаемся это делать? Люди, у которых есть высокоспециализированные знания, это и судьи, прокуроры, конечно, этих знаний не может не быть или совершенно обязательно не будет у человека, который постоянно работает, только преподает, не является практикующим юристом. В других академических институтах вы должны быть доктором наук, у вас должна быть третья степень, и обязательно должна быть степень юриспруденции, но больше и больше мы сталкиваемся с той ситуацией, когда мы ищем людей, которые относятся к обеим категориям. У них есть и докторская степень, являются и профессиональными юристами, но с другой стороны, у нас есть в составе нашего профессионального преподавательского состава есть люди, у которых есть степень не только в юриспруденции, в истории, в других вещах. Они организуются тогда в такие команды, которые дополняют друг друга. Мы попытаемся, так сказать, некий микс тут создать. Мы, с другой стороны, пытаемся сохранить людей, которые постоянно работают на факультете, не потерять этот контингент. И также в Бельгии, конечно, преподаватели должны вести научную работу, писать, иметь публикации ежегодно. И у них предъявляются к ним очень высокие требования. Конечно, у них должна быть ученая степень, и должны быть публикации. И я думаю, что в других странах примерно так же обстоят дела. Я думаю, что мы начали эту дискуссию с описания того, какими качествами имеют юридические школы в России. Вот нам тут сказали, что в 90-е годы были разного ранга юридические школы, частные школы, где не хватало хороших преподавателей. В Германии, я должен сказать, у нас только государственные есть университеты, только государственные юридические школы, и поэтому нам не очень сложно поддерживать качество. Буквально парочка есть заведений, которые находятся в частной собственности. И здесь, может быть, мы поговорим о том, какую роль государство играет в обеспечении качества юридического образования. Классическая карьера в Европе – это карьера, ориентированная на науку. Тот человек, у которого есть степень юридическая, он должен написать диссертацию, потом постдок, который называется хабилитацион, и затем вы имеете право. Только потом вы можете получить право преподавать в том или ином университете, и еще позже вы можете получить постоянное место как члена профессорско-преподавательского состава. То есть у вас обязательно должен быть опыт. But it is not necessarily so. I think only a minority have this. The typical professor
У вас должен настоящий профессор, это человек, который ориентирован прежде всего на науку. В той или иной степени он может быть ориентирован на практическую деятельность, но профессор университета не может быть практикующим адвокатом. Это несовместимые вещи. Профессор в университете занимается наукой, но у нас есть и другие преподаватели. Это молодые растущие юристы, которые готовятся к своей защите своей работы, к защите диссертации. Кроме того, они работают в качестве ассистентов. Кроме того, факультеты все чаще приглашают практикующих юристов, которые ведут конкретные практические курсы. С ними заключается временное соглашение, обычно на один семестр, чтобы посмотреть, насколько хорошо они будут вести свой курс. И сейчас у нас есть 24 преподавателя, которые работают на полную ставку. Это практикующие юристы, которые ведут свои вполне конкретные курсы. Кто-то из них получил звание профессора гонорис кауза. А, простите, есть еще профессора, которые являются гонорис кауза. Эти люди, они являются исключительно преподавателями и учеными, и они могут только преподавать. То есть у нас есть разные классы преподавателей. Вы говорили об интернационализации правовых процессов. Да, есть какие-то вещи, которые практикующие юристы могут вести прекрасно, но это обычно факультативные подходы. Они могут это делать, но они не обязаны это делать. Если вы предлагаете студентам что-то сверх программы, ну, обычно там какие-то группы, сравнительно немногочисленные, собираются, это скорее дополнительная роскошь. Но есть такие, например, области, ну, например, как международное контрактное право, разработка международных контрактов или международный коммерческий арбитраж. У нас туда мы приглашаем даже профессоров из зарубежных университетов и иностранных преподавателей. Но этот процесс, он еще до конца не сформировался, он как бы в процессе становления. В Индии высшая судебная власть – это верховный судья. И у нас есть главная, основная юридическая школа, правовая школа. Там у нас три верховных судьи, уйдя в отставку, преподают в этих школах. А это высшая, так сказать, мера. Сейчас два верховных судьи в Индии в отставку преподают на моем факультете. На то, что мы затронули и высказались практически однозначно по этой теме. Эта тема преподавания в юридическом вузе – это отдельная, самостоятельная, очень важная и квалифицированная профессия или нет? И все сказали, да, это профессия, непременным условием которой является прежде всего ведение научных исследований. Для университетского образования классического в России это аксиома. Преподаватель университета не может не быть научным работником, не может не заниматься наукой. Иначе он обречен изначально перепевать чужие, так сказать, мысли. Да. А это ведет в обратном направлении, не к развитию, а к регрессу. Очень важная тема, спасибо, что вы ее затронули, это роль государства в обеспечении юридического образования. Действительно, во многом то, кого мы готовим и как мы это делаем, зависит от политики государства в этом вопросе. Это особенно важно для тех государств в те периоды, когда проходят реформы или какие-то другие резкие изменения. И политика в образовании, и в частности в юридическом образовании, во многом предопределяет его успешность или наоборот застойность.
Я еще раз обращаюсь к коллегам, сидящим вот за этой дугой круглого стола. Вот, прошу вас, высказывайтесь. Поскольку проблематика, спектр такой темы, он очень широкий, и практически я вот сейчас сижу и думаю, мы что-нибудь, может быть, забыли, и оказывается, что не сразу можно и что-нибудь добавить к тому, что мы уже затронули. Прошу, прошу. Представляйтесь, забывайте. Слышно, да? Андрей Порфирьев из адвокатского бюро Егоров Пугинский Афанасьев партнеры. Я хотел бы обратиться к самому первому вопросу, который был задан господином Галиченковым. Кто же придумал такое название? Придумали как раз, наверное, те юристы практики, которые ежегодно получают большое количество выпускников на рынке с блестящей теоретической базой из ведущих вузов, конечно, из мелких вузов. Блестящая теоретическая база редко усматривается. И вынуждены тратить долгие-долгие годы на обучение сотрудников именно культуры юридического письма. Вот здесь вопрос legal writing, он же был поставлен, может быть, чтобы показать недостаток в системе нашего образования, не как недостаток практических дисциплин, а в том, что все-таки особенностью нашей страны является, ну, на мой взгляд, то обстоятельство, что, к сожалению, выпускники большинства вузов за 5-6 лет очень мало пишут в вузе. По сравнению с теми странами, которые имеют соответствующую традицию. Вот хотелось бы услышать особенно мнение представителей Германии, вот и Бельгии по этому вопросу. Как в странах вот, континентальной системы решается эта проблема? Ведь глубокие теоретические знания, они должны подкрепляться большим количеством работы студентов с документом и на национальном языке, и на английском языке. Такой вопрос. Спасибо. Вопрос совершенно уместен. Это, кстати, помимо всего прочего, продолжение темы отношений тех, кто учит, да, и тех, кто потребляет, ну уж извините, эту продукцию, да. Здесь, видите, конфликт заложен изначально. Это вот для меня, например, это очевидная совершенно ситуация, когда работодатель говорит, вы нам даете недоделанных специалистов, вот они должны иметь то-то, 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 уметь то-то, то-то, то-то. Вот я бы поставил вопрос шире, не просто вопрос претензий друг к другу, а участие работодателя в формировании программы обучения, обеспечение прохождения практики, как бы это ни хотелось бы, да, потому что это затраты времени, денег, и тогда на этом хочется сэкономить. Вот эту, этот аспект, вот, если можно, прошу. Есть желающие выступить? Тут сидят руководители очень крупных, очень серьезных юридических вузов, но они что-то не хотят выступать почему-то. Я вот... Да, прошу. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Доброхотова Елена, директор юридической клиники Санкт-Петербургского государственного университета. Клиника работает 14 лет в университете. И начну я с последнего нашего тезиса, который будет перекликаться с вашим запросом к дискуссии и к компетентному сообществу. Чему учить, в какой степени, как это решать? И кто наш преподаватель? Теоретик, философ права или практикующий юрист? Где здесь конкуренция, где здесь соревновательность и что превалирует? Я бы хотела отметить, что фактически мы с вами все отметили следующее. Во всех странах, где практикуется ответственное отношение к юридическому образованию, осознана потребность обязательно введения специальных практических курсов в процесс подготовки студентов. До, во время, с разрывом, замечательная система, после, как интернатура, или с участием юридических клиник, или через посредничество преподавателя, который в себе соединяет философа права и практического деятеля. Является ли преподавание профессией? Безусловно.
Постольку, поскольку та коммуникация, о которой говорила Элизабет, то стремление объединить в себе принцип, подход, основу, да, гуманитарное ощущение профессии, социальное ее предназначение, сервисное ее функционирование, все это следует сплавить во что-то единое и транслировать студентам для того, чтобы за короткий период обучения, я с Элизабет абсолютно согласна, сделать такого студента, который мог бы через 4 года стартовать профессию, быть в ней успешным, да еще успеть поучиться в другой стране, где он легко адаптируется к другим технологиям обучения. И мне кажется, что вот наш подход в университете, он как раз связан с тем, чтобы не противопоставлять практические обучения теоретическому основанию, причем фундаментальному, а ввести специальные механизмы преобразования, синтезирования различных частей профессиональных знаний, синтезировать их в понимание компетенции, для того, чтобы студент и знал, и умел, и был готов, и был способен. Потому что быть профессионалом – это не просто знать свое дело, а умение действовать со знанием дела, с предельной полезностью своего дела, которое ты осознаешь. А это все и философские, и практические концепции, слитые воедино. Наш подход Санкт-Петербургского государственного университета, конечно же, и реализуется в претензиях к преподавателю, чтобы он объединял в себе глубокие фундаментальные знания, развивался постоянно методически, то есть вырабатывал новые методики обучения студентов, новые методики трансляции знания. И кроме того, старался отслеживать и практику, и желательно, чтобы практиковал. Это трудно, но мы справляемся. Здесь как раз мои коллеги, они устали именно потому, что это очень интенсивный труд. Мы действительно во всех трех ипостасях обязательно проявляемся. Мне хотелось бы обратить внимание еще раз, что обучение практическим навыкам – это не альтернатива и не механическое присоединение к этапу, да, то есть сначала теория, потом практика. Это именно синтезированное явление. Причем то самое синтезированное явление, которое позволяет уйти, да, если в этом есть философский и методологический подход, если продумать это обучение методически. Вот клиника позволяет методически ввести практику в процесс обучения. И за это отвечает преподаватель. И когда студенты приходят в клинику для того, чтобы научиться хорошенько общаться с клиентом и разъяснять ему не только, что в законодательстве для него предусмотрено, но и как он должен действовать, чтобы обрести лучшие для себя правовые, социальные и личные последствия действия правовыми средствами. То есть консультация в клинике дается студентам не только как консалтинг, но и как коучинг, когда мы учим действовать определенным образом. И ответственность за это несет студент. Когда он этим занимается, он вовлекает, естественно, для создания такого рода консультации юридический анализ профессиональный. Именно введение клинического курса позволило нам развить такую дисциплину, как юридический анализ, где студенты, естественно, активизируют философские подходы, знания о философии права, о методах познания, о методах оценки и с точки зрения институциональной среды, что позволит институциональная среда в этих условиях сделать, и с точки зрения тенденций развития права, его предназначения, соотнесения духа и буквы закона и тех самых возможностей, которые предоставляет человеку современная система. И когда он начинает изучать этот анализ, он активизирует имеющиеся знания об анализе, обогащает палитру новыми данными, которые обучает его преподаватель и философ, и практик. И более того, он запускает механизм творческий, креативного своего мышления. То есть в студента, именно в клинике, мы начинаем из него формировать как раз активного мыслителя. Он уже мыслитель, теоретик, аналитик, и он начинает практиковать. Поэтому мы приходим к этому объединению, да? Креативный практик, креативный юрист. Вот именно такое обозначение нашли сами студенты-юристы, когда они занимались самоанализом прохождения клиники. Мы находим эту методику очень перспективной, она далеко не единственная на факультете. Просто как директор клиники я, естественно, имею право и возможность сказать о ней. Спасибо за внимание. Всем успехов.
Спасибо, я очень доволен, что выступил представитель юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Это наши коллеги, с которыми мы не просто дружим, а еще и соревнуемся, что, согласитесь, не всегда получается без каких-то столкновений, но не конфликтов. Вот в связи с выступлением сразу возникает несколько вопросов. Ну, во-первых, затронута тема достаточно интересная, это тема юридических клиник. Она уже немножко звучала в той или иной интерпретации, но для России это дело не устоявшееся, потому что юридические клиники стали образовываться где-то, ну, я не помню, в Санкт-Петербурге когда у вас? 98-й. По историческим меркам это не так много, да, на самом деле. Вот. И очень противоречиво воспринимаемое. Вот в частности вопросы, связанные с тем, клиника выполняет роль только обучающую, как бы адаптирует студента к определенной социальной среде, к поведению в ней, умению вести прием граждан, работать, беседовать с ними и так далее. Либо студенты имеют право давать вот юридические консультации. Кто несет за них ответственность, за результат этой консультации? Сам студент или клиника? А если клиника, то в чьем лице? Там вопросы возникают. Не случайно работники прокуратуры, был один период, когда они очень достаточно жестко возражали против того, чтобы юридические клиники вели, давали бесплатные юридические консультации. А это социальная роль, между прочим, университета. Мы тоже об этом говорили. Университет не только обучает, не только ведет научные исследования, да, но он несет определенную социальную нагрузку. Есть функции, которые направлены на развитие общества, на решение проблем, которые для общества являются в тот или иной период болевыми. Вот такая проблема для России, например, это юридическая грамотность или, скажем, юридическая безграмотность населения, да, очень большого населения по численности, где требуется очень много людей, и есть своя ниша для такого рода вот работы. Это очень важный, кстати, аспект, он касается и подготовки юристов непосредственно, как технологии, и вопросов, связанных с социальной функцией университетов, и в том числе факультетов, которые дают, предоставляют юридическое образование. Прошу, коллеги, еще. Очень хорошо. Прошу вас. Слышно? Шварц, доцент юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Шварц Михаил. Я бы хотел высказать несогласие, может быть, с двумя тезисами, которые здесь прозвучали. И подумать, вспомнилась такая у нас реклама, была на телевидении на российском несколько лет назад. Ставьте перед собой реальные цели. Вот я думаю, что наша дискуссия, это дискуссия о том, какие цели, поставленные перед высшим образованием, могут быть реальными. Потому что если мы обсудим, а мы обсудили сегодня энный набор таких целей, и вроде ни от одной из них нельзя отказаться. Но реализуемы ли они в таком наборе? А дальше мы неизбежно встаем на путь компромисса, и то, и другое, и третье, и четвертое, и десятое надо успеть. Ну и понятно, что все равно успеть нельзя, значит, как получится. В итоге уже что будет? И в этом смысле я бы на двух аспектах остановился. Но здесь началась дискуссия с того, что стали обсуждать вопрос о мировоззрении. Юридическое образование как основа мировоззрения. И в этом смысле мировоззрение... Сегодня какое мировоззрение? Сегодня главное мировоззрение – это демократическое мировоззрение. Значит, мы должны воспитать некое демократическое, видимо, мировоззрение. Что такое правовое мировоззрение в современном мире? Это, видимо, демократическое какое-то мировоззрение. И вот в этой связи упоминается философия права, общая теория права, исторические дисциплины. И вот я думаю, что молодого человека, действительно, в 17 лет пришедшего в университет, 18, в 22, 24 заканчивающего его, сформировать мировоззрение в столь динамично меняющемся мире, в котором мы сегодня живем, невозможно. А самое главное, это требование, которое я бы назвал непроверяемым, потому что если мы на экзамен вынесем задачу и будем оценивать справедливость или демократичность предложенного решения, мы такой экзамен представить себе не можем. А значит, на пятерку может сдать экзамен и тот, кто, с точки зрения некоего идеального мировоззрения, совершенно не отвечает требованиям, предъявляемым к профессии юрист.
И тем не менее он сдаст экзамен и, может быть, сдаст квалификационный экзамен на должность судьи, вообще любой экзамен сдаст. И тем не менее мировоззренческие его устои, которые он будет реализовывать в практической деятельности, совершенно не отвечают этим неким идеальным требованиям. Это ни в коем случае не означает, что я против философии и права или преподавания общей теории и права, разумеется, нет. Но я думаю, что претензии на формирование мировоззрения – это претензии на формирование некоего понимания такого юридическая профессия, как жреческая каста, каста посвященных, носителей этих демократических правовых идей. Это в значительной, наверное, степени так и есть, потому что судьи и все прочие правовые институты, они обеспечивают эту демократию. И тем не менее, роль ли здесь вузов, и какова здесь роль образования, вот я бы здесь усомнился, что это сегодня реализуемо. И не случайно был задан вопрос, а кто преподаватели? И наша уважаемая коллега сказала, за 30 лет мир так изменился стремительно, что, наверное, пройдет еще 30, 60, 100 лет, чтобы сформировалась каста преподавателей, которые, в свою очередь, будут иметь тот воспитательный эффект, который имели профессора 50-х, 60-х, 40-х годов на нынешнее поколение, вот тех, кто нас уже учил, соответственно. И второй тезис касается того, что студенты мало пишут, а потом работодатели вынуждены годами их доучивать. Ну, наверное, работодатели на это дело будут в конечном итоге обречены. Потому что, говоря об немецком опыте, тоже прозвучали слова «роскошная, дорогая система». Не всякое государство может себе ее позволить. Как бы мы, и здесь был проведен действительно по-своему уникальный, ну, собственно, в России уникальный опыт юридической клиники родного факультета, и как бы мы ни развивали юридические практики, которые занимают свое место в учебных планах, но ни практика продолжительностью месяц или два, и даже полгода, ну, таких у нас сегодня мы уже позволить такие практики себе не можем, ни иные формы, они, конечно, не способны привести к тому, чтобы работодатель получил готового специалиста. Это нереализуемая задача, если только это образование не должно превратиться в шестилетнее, восьмилетнее, десятилетнее, вот тогда в соответствующем формате. Но это бремя государственных расходов, конечно, и в этом смысле из того, что здесь прозвучало, философия права или legal writing, я, конечно, за второе, но имея в виду под legal writing базовые теоретические знания, а не навыки составления документов там и прочее. Спасибо. Уважаемые коллеги, я вынужден обратить наше общее внимание на то, что 2 часа пролетели незаметно. И мы должны заканчивать нашу с вами беседу. Позвольте мне экс-официо, поскольку это моя обязанность, как я узнал сегодня утром, да, вот, реализовать ее до конца и подвести некоторые итоги. Ну, конечно, никто, на мой взгляд, все это понимают, никто не ставил задачу выработки неких рецептов. Это невозможно. Вы обратили внимание, что у каждого из нас вот лицо состоит из одинакового набора элементов. Да? Абсолютно. Брови, нос, глаза, уши, подбородок. Да? Одинаковое количество элементов и названия у всех одинаковые, а лица у всех разные. Понимаете, в чем дело? Вот и образование юридическое в странах и даже в отдельных университетах вроде состоит из одинакового набора требований к учебному процессу, к программам, к стандартам, к преподавателям, к процедурам, к балансу между теоретической частью и практической. А образование не одинаковое, оно разное. И поэтому наша задача, получив эту информацию, сопоставив ее, посмотреть то разумное, что мы могли бы использовать, да, для того, чтобы образование в конкретной стране, в конкретном вузе юридическое шло в русле развития общества, в русле интеграционных процессов, чтобы мы не отдалялись друг от друга, а приближались, но с учетом того, чем мы реально занимаемся в жизни. Я согласен с последним выступающим, что задачи надо ставить реальные, но надо ставить и идеальные. Надо просто понимать, что к идеальным задачам идти дольше и труднее, чем к реальным задачам. То есть это как бы программа на будущее. Это первое. Второе. Меня очень причает тот тон, очень доброжелательный, очень квалифицированный, в котором прошло обсуждение этих вопросов. Я не могу не отметить, что, в-третьих, затронут колоссальный круг проблем. Причем мы ведь не репетировали, да?
Мы ведь не общались до того, как мы здесь собрались. Это означает, на мой взгляд, две вещи. Первое, то, что мы на пульсе держим руку и понимаем, какие есть проблемы в нашей профессиональной деятельности. И то, что здесь, во-вторых, собрались люди, которые сами являются профессиональными. Вот это бесспорно. И на этой ноте я хотел бы поблагодарить наших коллег за блестящие выступления, анализ. И всех тоже поблагодарить за участие в этом круглом столе. Я уверен, что мы свои цели достигнем. Спасибо.